Праздники продолжаются. Будущим работникам энергетики и промышленности сегодня вручили дипломы. Колледж связи в этом году выпустил около 200 специалистов. Интерес к рабочим специальностям в крае растет. Для еще большего повышения спроса на них дирекция колледжа и руководство края совместно создали попечительский совет. В него также вошли крупные работодатели края. Каждый год члены совета сами решают, какие специальности будут набираться и с каким количеством мест. Мы считаем, что это повысит ответственность как нас, колледж, соответственно, так и профильные наших работодателей, раз они принимают решение, чтобы, соответственно, они и помогали трудоустраиваться, начиная с первого курса, смотрели на ребят, брали их на производственную практику и дальше при выпуске брали их на рабочие специальности в своей организации.